приехали мы, дабы поддержать наших ребят, которые находятся на боевых позициях. И, в принципе, 23 февраля – это День защитника Отечества. Для нас это праздник. Мы друг друга знаем. Очень много новеньких, конечно, бывает, так как очень много приезжих. Но все всегда объединены одним целым. Мы вместе. Сам военнослужащий поддерживает все это, что люди собрались на такое мероприятие, автопробег. Очень здорово это все.